поселке Уренгой подписано концессионное соглашение между правительством Ямала и компанией-застройщиком, который предстоит построить важный транспортный объект для всего Ямала – мост через реку Пур. На правом берегу реки забита первая свая – оболочка будущего моста. Будущий путепровод свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог. Длина нового моста составит 1023 метра. Массивную конструкцию установят на 11 опор. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью 100 км в час. Открытие моста запланировано на конец 2020 года. В восточной зоне Ямала, в северо-восточной зоне, в ближайшие годы, десятилетия будет сосредоточено очень большое экономическое развитие. Новое месторождение, которое мы сегодня обсуждаем с компаниями «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл». И, конечно, вот эта связь с территорией, надежная связь, без перерывов на межсезонье, без этой всех вот сложностей, которые у нас бывают в период ледохода, ледостава, это надежное развитие наших предприятий. Это основа нашей экономики.